самое чувство, когда в очередной раз сдаешь мазки на COVID-19 и не знаешь, чего ожидать, поскольку буквально 2 дня назад переболел простудой. Вот. Но в этот раз я еще сдавал и кровь, потому что так именно требуют от работающих людей, чтобы в компании какая-то часть сдавала сначала просто мазки, а потом уже и кровь с мазками. Не знаю, что будет дальше. Наверное, еще больше затянут гайки. Вот. Но это печально. Но тем не менее, все быстро прошло. Очень быстро сделали забор. Минимальное количество документов пришлось оформлять. Вот, в основном внесли паспортные данные быстренько, сам заполнил, подписал. Ну и все, пошел в процедурку, сдал. Теперь от 2 до 5 дней ждать, что там начирикают. Интересно, конечно. С учетом того, что переболел, даже как-то страшновато, страшнее, чем первый раз. Но тем не менее, сейчас надо ехать домой, потому что дома ждет Кируха. Ну и 2-3 дня, вернее от 2 до 5 дней подождать, пока придут результаты. Но я думаю, они придут раньше, до выходных. И уже в скором времени можно будет поехать на море, если все будет нормально. Ну и что же это делается? Последнюю новость читали? Там, оказывается, Россия зарегистрировала вакцину от ковида. Не успел сдать, а они уже придумали. Прикольная штука, конечно. Когда нужно выбирать, какую тебе вакцину, красную колоть или синюю. Но если ты ошибешься, это на твоей совести будет. Ну, не повезло. Не ту выбрал. Так можно, в принципе, стебаться сколько угодно, но на самом-то деле, работает она или нет, главное, что не первые зарегистрировали. Это раз. А второе, вряд ли ее кто-то захочет колоть с такими нюансами. Красную или синюю. Сразу перехотелось. Как же это? Обманутые чувства верующих, которым мультик не показали, как вакцина будет работать, а сразу зарегистрировали. Придется ждать, пока Маск что-нибудь придумает. У американцев, у них же чипы поменьше. Не такие, как в Сколково. А то с вакциной будут чипировать, чип на спину устанавливать. Ну, смешно. Ну, в принципе, да. Летал, не летал в космос. Главное, что ты первый зарегал. Да и все. А там попробуй докажи. Ну, не работает вакцина. Но зарегистрировали это все равно первые. А? Сами придумали, сами зарегистрировали. Жесть. Кому интересно, читайте новости. Хоп. Всем пока.